девчонки, мальчишки и все-все-все, кто меня смотрит. Я не устану. Повторяю, пьете ли вы соду? Пьете ли вы соду? Сейчас я глоток соды. Каждое утро я очень беспокоюсь, потому что я хочу, чтобы мои девчонки, мои мальчишки все были здоровы. Я хочу, чтобы у вас не было никаких опухолей, никаких заболеваний. Я молюсь об этом. Господи, дай здоровье всем, кто меня смотрит, всем, кто присоединился, всем моим подписчикам в особенности, потому что это мои люди, это моя интернет-семья. Кто еще не подписался, подписывайтесь, становитесь моей интернет-семьей. Вы станете здоровыми, вы станете сильными, вы станете жизнерадостными и жизнелюбивыми. Вы поймете, для чего мы живем. Итак, сода – это Божий пепел. Почему я пью соду? У меня есть видео. Найдите его, посмотрите, и вы все поймете. А сейчас для тех, кто склонен к ангине, тонзиллите и ларингите, рекомендую следующее средство. Я опираюсь на учение профессора Неумы Вакина, доктора медицинских наук, который меня и научил всему этому. Записывайте. Сода питьевая 0,5 чайной ложки, половинку. Соль 1 чайная ложка. Йодный спиртовый раствор 5%. Еще раз. Йодный спиртовый раствор 5%. 3-5 капель. Записали. В стакан горячей воды, температура где-то 80 градусов Цельсия, растворить соль и соду, добавить спиртовый раствор йода или 15-20 капель 3% перекиси водорода. Приготовленным составом полоскать горло 3-4 раза в день. Курс лечения до полного выздоровления. Я думаю, что в течение 7-8 дней у вас и следа не останется ни от какой ангины, ни от каком тонзиллите и ларингите речи быть не будет. Но и условие одно. Конечно, каждое утро пейте соду, стакан соды натощак каждое утро. И все, и вы будете здоровы. У вас не будет ничего, потому что вы будете раскислять с помощью соды свой организм закисленный.